Пашинники мы с вами поговорили. Идем дальше. Существуют какие виды намордников? Ну, то есть у нас сейчас по закону мы должны гулять в наморднике и на поводке. То есть, ну вот смотрите, вот такой вот кожаный закрытый поводок, да? Вот такой открытый тряпочный поводок. Ну, у нас все рабочее, поэтому вы не обращайте внимания, что мы не с магазина все это делаем. И вот такой вот закрытый поводок металлический, намордник металлический. Опять же, все в зависимости для чего и в каком плане все это используется. Наиболее удобный, я считаю, что это тряпочный вот такой вот намордник. В магазинах они стоят дешево, размеры есть всевозможные. Если у кого-то, ну, кто-то умеет шить, то может шить сам. То есть я вот, например, вот этот намордник сшил сам. Ну, я постоянно свои, вот по мере изнашивания, как бы, я шью ему новые намордники. Потому что, почему он наиболее удобный? Потому что здесь морда открытая. У меня собака отучена подбирать ненужные вещи какие-то на улице. Поэтому я могу давать спокойно лакомство ему здесь. Он может брать палочки какие-то, какие я бросаю. То есть пасть открывается здесь. Ну и в то же время сильную травму там он не причинит, если будет кого-то кусать. Ну, это нежелательно вообще, в принципе, но... И для людей, которые видят, что собачка все-таки в каком-никаком наморднике, это уже мы соблюдаем закон. Намордник тряпочный, легкий, не трет нигде, в отличие вот от кожаного, например, намордника. Если собачка у вас не приучена к команде «фу» и подбирает какие-то ненужные вам предметы, вы можете вот из всех закрытых намордников, я предпочитаю металлический. Почему? Ну, потому что он наиболее такой гигиеничный. Здесь не скапливаются всевозможные бактерии. Собачка, она же, когда бегает, у нее слюна бежит по морде и так далее. Вот. Здесь вы его просто под кран поставили, промыли, все. Морда закрыта целиком полностью. Собака не может ни подобрать ничего на улице. Нежелательные предметы там, палочки и так далее. То есть тем самым вы обезопасите себя от инфекционных заболеваний всевозможных. И, ну, единственное, что некоторые бегают и, ну, толкаются, и поэтому как бы металл он более травматичный для вас именно. Но опять же, просто вы можете научить собаку, чтобы она этого не делала. Так, идем дальше. Значит, из обыкновенных видов, значит, амуниции вот существует вот такой вот, например, кожаный поводок. Это для выгула, когда вы гуляете по городу. Но опять же, видите, он короткий, поэтому если вы гуляете, именно выгуливаете собаку, то это будет неудобно. Для того, чтобы выгуливать собаку, существует вот рулетка, например, да. Но опять же, нужно подбирать рулетку по весу. То есть когда вы покупаете в магазине, здесь на упаковке написано, какой вес удара может выдержать эта рулетка. Потому что если вы возьмете рулетку от таксы, прицепите ее там, ну, 10 килограмм, прицепите ее на немецкую овчарку, да, и она у вас вонет, у вас эта рулетка, естественно, конечно же, сломается. А так, собственно говоря, эта штука удобная, потому что можно зафиксировать в определенном положении. Тут есть тормоз. Вот видите, дальше вот она не пойдет. Отпускаем, она побежала дальше. И длина рулетки тоже будет как раз ограничивая вот круг возможности, диаметра того, где будет бегать ваша собачка. И выбирать ее не надо будет. Вот. Но как необходимая вещь, вот такой вот кордовый поводок, здесь длина у него 3, 4, 5, ну, 6 метров может быть. Его можно использовать как обыкновенный поводок для выгула собаки. Также можно его использовать как дрессировочный. Почему как дрессировочный? Ну, например, для того, чтобы научить команде стоп собачку, вы прицепили, собачка бегает, поводочек лежит, собачка убежала, вы можете зафиксировать, говорить, например, стоп, встали на поводок, да, и идете по поводку непосредственно к собачке. То есть я могу отнести этот поводок как к дрессировочной амуниции, так и к амуниции, которая предназначена для выгула собаки.
Ну, я считаю, что вот эта штука необходимая, особенно на начальных этапах. Также существуют вот такие поводочки пластиковые. Вот видите, вот он, здесь есть петля. Вы цепляете за ошейник, собачка бежит, и он не провисает. Но чем неудобен этот поводок? То есть, если вам нужно будет резко взять под контроль собаку, да, если здесь вы можете в любой момент перехватиться и остановить ее, то есть, ну вот, например, да, вот она идет, поводок провисает, раз вы резко взяли, то здесь у вас уже не получится это сделать, потому что вот эта вот пружина, как бы, она все равно на какой-то, скажем так, на какое-то расстояние собачку отпускает, а вы можете руку поранить себе вот об эту пластиковую штуку. Вот, поэтому это уже для более-менее взрослых собак, которые приучены. Для щенка не берите, это неудобно для щенка. То есть щенок все равно, он, я скажу так, что немножко неадекватен, он в порывами может у него измениться его состояние, то есть он может резко возбудиться, увидеть другую собачку, а вам понадобится резко его остановить, и вот с таким поводком вы не сможете это сделать. Дальше.